19 декабря, вышел на рыбалку. Ну так, время есть, где-то 2,5 часа сейчас половить. Это Бузан возле Красного Яра, чуть выше понтонного моста. Народу на льду полно. Сейчас я попробую, посмотрю. К народу идти неохота, где ближе. Ну так, поперемещаюсь. В общем, белую рыбу буду пробовать ловить. Народу куча на льду сидит. Мороза практически нет так. Минус 5, минус 4, может. Снежочек шел. Пасмурно, короче. Ну вон народу сколько. Сидит народ. Замело так неплохо. В общем, люди ловят чихонь здесь. Сейчас я попробую немножко. Ловится чихонь. Метров 70 глубина. На первой лунке стоял, ничего не было. А вот на другую лунку перешел, сразу две чихони поймал. Быстро не снимал пока. Есть небольшая. Мелкая. Сначала неправильно ловил, у дна пытался. Сейчас вот приподнял метр на два от дна. Начала клевать. Опа, клюет. Чихунь сорвалась. Сошла. Есть. Две. Заклевала. Ох, хорошо сидит. Есть. О, кустира. Кустира. Чихонь хорошая. Красавица. Клюет сразу. Хорошо прям идет. Туго. Туго, туго, туго. Опа. Две. В общем, ловлю так метра два, наверное, от дна. Что-то есть. Ну так, не сильно давит.
нашла сход. Прям почувствовал слабину. Ушла. Клюет. Что-то есть. Опа. Чихонь. Эти вот мормышки, кстати, плавающие. Леска сдувает ветром. Главное леску не порвать. Ветрище такое. Небольшая. Есть контакт. Что-то слабое, маленькое что-то. Что-то совсем мелкое. Натяг. Есть натяг. Может, парочку. Да, две. Чихоньки. Что-то есть. Опять натяг. Приятно. Наверное, две опять. Сошла, походу. Одна сошла, потому что легко стало. Натяг был хороший. Небольшая. А, две даже. Это отпущу. Это пойдет.
тут же поклевка. Сразу. Сорвалась же. А, есть. Ух, туго идет. Такое ощущение, что две было, что ли. Опа. Сначала туго шло, потом сорвалась одна, походу. Вот, хорошо сидит. Густера. Тарашка. По-нашему. Мелкая чахонка. Так, иди обратно. Что-то клюет так потихоньку. Мне кажется, сидит что-то. Ну, точно. Ну, так не сильно давит. Потихоньку. О, сейчас бодро. Небольшая сапа. Фу, чихунь. В этом году зима у нас настоящая. Снег, морозы, лед. Не как в том году. Что-то сидит, что ли. Взял что-то. Опа. Есть. С натягом идет. Приятно. Так все странно выглядит. Вот я ловлю здесь. Вот меня клюет. Сейчас буду вытаскивать.
здесь что-то есть. Натяг бьется. Клюет. Натяг. Натяг есть. Две или хорошие? Две. Сразу чувствуется натяг. Отцепилась. Сидит. Небольшая, мелкая, походу. Пойдет. Ветрище дует. Но сегодня хоть тепло, нормально. Минус 5, минус 7, наверное. А до этого морозы были. Минус 20 по утрам. Два дня. Есть. Хорошая вроде. О, какая. Красавица. Опа. Натяг. Что-то хорошее. Либо две. Какая? Тут хорошее. В общем, на метр опустил еще, ко дну ближе. И вот покрупнее стал ловиться, а до этого прям мелочь. Вот, клюет прям. Опять натяг. Ну, хорошая. Чуть-чуть опустил на метр, и все. И пошла крупная ловица. Прикол. Ну, не такая крупная, конечно. Мелкая. Что-то. Опа-на, есть. Мелкая вроде. Что-то есть. Нет. О, ну примерно это. Метра два, думаю. От одна. Примерно так думаю, да. А там не знаю. Легкая у меня снасть просто. Клюет, клюет. Опа, засек. Засек.
хорошие вроде. Непонятно. Небольшая. Вот она. О, с натягом идет. Парочка, наверное. Что-то хорошее. Ого. Вот это хорошее прям. Чувствовался натяг такой прям хороший, конкретный. Все. Я уже вышел с воды, камера садилась, аккумуляторы разряжались, а я поэтому, ну, еще половил, наверное, минут 20, и вот вышел с воды, собрался. Вот результат, полное ведро сверху, чехонь и две густеры. Набивал прям, ведро такое увесистое достаточно. Клев отличный, даже не ожидал, что он попадал на такой клев. Просто мимо ехал Красного Яра. Думаю, надо заехать попробовать по пути. Ну, где-то 2,5 часа у меня ушло. В общем, клев отличный. Чехонь порадовал сегодня. Морозик замерз, блин. Вот так вот, случайно. О, какое ведро. Вот я встал с краю. Народ ловил. Я с краю вышел. И удачно попал так на чехонь. В общем, надо это искать по слоям воды чехонь, она не стоит у дна. У меня поначалу ничего не было, потом я начал, в общем, нашел точку, где она стоит, и с одной точки прям одну за одной таскал, отлично половил. Вот такие дела. Радует, лед встал. Я даже не знал, лед здесь стоит, нет. На Бузане сильное течение, здесь яма, во-первых. Вот я здесь стоял, вот где мужики, здесь 7 метров. И течение, лед хороший. После обеда здесь народу много было, а сейчас уже нету, все разбежались. Снежочек, ветер. Все, еду домой. Рыбалка удалась, неожиданно, но приятно.